Всем здорово, ребят! Ну что, на сегодня очень веселый тест, очень забавный. Многие из вас просили показать Дрейка. Я сделал максимального Дрейка. 10-10 огненная защита, 10-10 вальс, потому что у нас питомец собран на уклонение, будет отхил неплохой. Питомец дает уже, сейчас скажу, надо будет немножко печенек еще дособирать. Питомец дает 6000 уклонений, ребят, 6000. Но это не самое основное. Самое веселое, у него еще 7-7, Holy Conviction, священный суд, на 55% меньше получает входящего дамага. И это, ребят, еще не все. Можно было, в принципе, ангела поставить. У него еще встроенный 90% режется входящий урон. В общем, поехали, посмотрим. Я думаю, я на следующую битву гильдии уже его протестирую, потому что я на этой битве гильдии немножко другого героя тестировал. Вот есть у нас Вален и Огник. Вот интересно будет сейчас посмотреть. Пробивают. То есть на нем нету уклонения. Уклонение за счет питомца только собраны. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Я пока его соло выпущу, а потом его покажу еще в одной сборке. Ну, 30-й огник, как видите, нифига ему, я не знаю. Ну, делает, немножко бьет, конечно. Так, надо камеру, наверное, опять переместить, потому что вам, как всегда, ничего видно не будет. Вот так вот я сюда ее закинул. Просто жесть. Я сейчас жду, пусть Зефир ударит. Мне интересно, Зефир то его будет пробивать сквозь броню. Но на нем 10-я огненка стоит. В принципе, плюс-минус. Вот Зефирка, походу, зарядил. И смотр заблокировал. Ну, отхила пока на нем нет. То есть нас будет хилить только смотр. Давайте дальше. Пусть его все-таки уже сольют. Посмотрим, сможет ли он продержаться. Да, пробивает. Убили. Окей. Такой тест увидели. Поехали еще сейчас поищем топовых противников и попробуем его в другом варианте. Так, тут и топовая Раста. Вот Раста неплохая. Кидаем его и кидаем плюс дополнительно ворожея. Мне интересно, сколько ворожей будет давать от хила. Так, где-то побежали мы дальше. Стрелок, вот видите, вот минус стрелок, конечно, то, что он забирает энергию, Дрейк у нас не так часто атакует, но, в принципе, плюс-минус он должен хоть немножко атаковать. Так, плюс там Фрэнк заряжается. Обалдеть. Посмотрите, можно реально им нормально танчить. Ну, конечно, надо еще героя для отхила, потому что он тут проседает конкретно. Ну, даже такой вариант у нас Фрэнк с воодушкой, насколько я вижу. Зефир тоже у нас, по-моему, с воодушевлением. Да, Зефир тоже с воодушевлением. Единственная землеройка без воодушки. Но у нас бьет огники. В принципе, нормально, нормально он себя показывает. Сейчас посмотрим дальше, что будет. Но ворожай нормально его хилит. Не знаю, сколько там отхил, не видно. Видите, очень много дамага от Зефира прилетает. Но Зефир не пробивает. Отлично. Так, мы там уже ворожея тем временем ушатали через смотр. Так, сейчас юниты закончатся. Будет самое все интересное. В принципе, у него на 30-м прорыве дамага хватает. Так, не, все-таки сольют или нет? Интересно. Ну, стрелок, видите, нам мешает очень стрелок. Да, стрелок все-таки чуть-чуть нам не хватило, чтобы добить стрелка. Добили бы стрелка и, в принципе, без проблем бы смогли пройти. То есть такая сборка классная для битвы гильдий. Вообще идеально. На добивание, особенно если где-то надо добить. Так, тут душек Фрейка. Ну, интересно попробовать. Блин, ну тут герои не топовые. Хочется посмотреть на каких-то топовых героях.
Давайте на Фрейе попробуем зависнуть. Насколько тут Фрейя будет выбивать? Тут Фрейя печальная. Не та Фрейя, которая нам надо. Что-то раз-то такие странные попадаются. Так, оккультист. Зефир. Бигфут и Фрейя аж в центре. Ну, посмотрим, насколько Зефир будет всекать и как оно будет все. Сможет ли Зефир? Вот я вот не могу понять, смотрите, 6000 у нас добавлено от этого, от питомца только, и мисуют, Зефир мисуют, и все мисуют, странно как-то. Так, Фрейя включилась. Чем Дрейк классный? Он, блин, бьет по всей карте фактически, то есть, ну, единственное, что он юнитов трогает, но добивать им очень круто, плюс у нас получается отхил за счет мисов, плюс обалденный деф от Фрейя от остальных. Сейчас пусть юнитов добьет. Посмотрим, как оно будет. Зефир здесь без огненки. Зефир вообще, блин, странно как-то. Понятно, он убивать, конечно, не будет, но вот именно цель битва гильдий. Все, с Зефиром. Так, юниты Фрейя. Они просто даже не попадают. Хотя уклонение фигня, 6000 всего. Ну, плюс там еще герои. И сейчас мы посмотрим, сколько в реальности у него там всего. Но тут только уклон за счет питомца дается. Ну, и эмблема там еще дает процентуально. Но там фигня. Но по нему не попадают. Он базу разбирает. Только так. Ну, веселый, веселый получился Дрейк. Так. Девять двести все-таки немало, 9300 почти. В принципе, этого немало, я думал, что поменьше будет. Так, а ну-ка попробуем где-то. Так, тут с воодушевлением. Вот здесь, где больше точности. Здесь попадают, но это все фигня. Он держится просто на ура против Зефира. Жесть, конечно. Нормальная такая сборка. Остальные герои его тут вообще пробивать не должны, по сути, сильно. Максимум, что Зефир там по 70-80 тысяч будет пробивать. Так как он игнорирует броню. Единственное, чего он боится, это стана. Я думал, его просто сейчас ворожаем уже выкидывать, но смотрю, он здесь и сам, в принципе, справляется по чуть-чуть. Ну, времени, возможно, не хватит, так как юниты. Ну, посмотрим. То есть за счет того, что у нас Зефир хорошо дамажит и есть уклонение, Дрейк, думаю, один из топовых танков будет. Вот пошла жара, пошли сливы зданий. Сейчас будет самое интересное.
сможет ли он на 100% пройти. Я не знаю, наверное, по времени, может, не успеет, хотя, в принципе. Жесть, ребят. Просто жесть. Это Unreal какой-то. Это нереальный просто. Это нереальный танк. Так, вот здесь хорошая база. Окей, поехали через фрайку, зависнем. О, здесь смотрите, как просел. Здесь хорошо попадает. Блин, сейчас мы на него не попадем. Точности хватает у героев. Надо бы его еще разок встретить. Так, здесь нету. Ворожая надо было сразу же выпускать. Особенно классно, когда на ком-то можно зависнуть, если вот он зависает, это все. Дырка. О, кстати, давайте попробуем через Мэри. Как она вообще? Сможет его затащить или нет? Вот, ребята, где имба. Вот там у нас стрелок есть. Стрелок 30-й. У космос сейчас себя убьет по чуть-чуть на отражалке. Все, космос сказали до свидания. Да, но здесь нету такого топового дефа, к сожалению. Подушек нет. Странно, какие-то такие базы странные. Вот, кстати, интересно. Землеройка, космо. Вот здесь можно кидать ворожай. А, и не успел. Сейчас бы хотел увидеть, посмотреть, какой будет отхил у него. Ну, видите, там, где есть точность, там его, конечно, пробивают конкретно. Но в основном топы качают уклонение на героях, то есть. Так, Фрейка. А вот это база, по-моему, на которой мы пробовали забежать, если я не ошибаюсь. И нас тут ушатали. Да, смотрите, здесь просто налегке его ушатывают. Раз, два и все. Землеройка, скорее всего, блокирует. То есть блочка от землеройки проходит, и потом его хреначат полным ходом. Поехали здесь попробуем. Да, смотрите, там, где землеройка блочит, там реально его и ворожая сейчас ушатают и его. Но надо на нем все-таки побольше уклона, наверное. Поехали на другие локации, посмотрим. Поехали на, ну, на подземках, я думаю, он тоже, в принципе, в такой сборке зайдет. Единственное, надо больше уклонения на него. Давайте на восьмой кошмарке посмотрим хотя бы. Надо все-таки больше уклона. Мало-мало, надо 1012 как минимум, чтобы он нормально держался. Но я потом переделаю его. Для подземок надо уклонение хорошее, он там тоже будет тащить. Поехали по локации. Ай, блин, тут поменялось все. Вряд ли мы сейчас кого-то интересного встретим. Самое интересное, что он в зеленой фракции. То есть фракция дает ему отхил от смотра. Это, в принципе, неплохо. Хочу какую-то найти топовую пачку, посмотреть, как он будет держать урон. Его критом не пробьют. Здесь у нас он выровнен полностью на антикрит. То есть максимальный антикрит. Тут, к сожалению, здание разбивает, он не успевает добежать. Так, отлично, опять космо. Опять космо нам сейчас все испортит.
Видите, космозонально бьет. Вариантов нет. Ну а тут вообще изи. Нифига себе. Они его просто, они по нему миссуют. Я вот не могу понять насчет уклонения. Вроде уклонения немного, по нему очень миссуют. Все-таки 30-й прорыв. Это тоже немаловажно, но все же. Там сколько героев. Молчанки, блокировки, пофиг, все. Ну, я обязательно его на следующей битве гильдии затестирую. Очень интересно посмотреть, что же все-таки он сможет сделать. Они его точно не пройдут. Он будет долго бить. Вот интересно, подбашка. Подбашка, в принципе, процентуально. Подбашка, наверное, вряд ли доживет. То есть процентуальные герои, да, вот подбашка. Если будут с точностью, то, в принципе, они могут его... Ничего себе, подбашка даже живой остался еще. Тут понятно, 30-й прорыв против мелкого. Дамага у него тоже неплохо. 81212, 82, 200, 89. Ну, какой-то более-менее стабильный урон. То есть 80-90 и крит от бомбочки в районе 200-300. Так, ладно. Здесь мы все равно ничего не сделаем. Поехали. Давно я уже не бегал. Хочу посмотреть на экспедицию. Ее там поменяли, кстати. Так, несколько мы пропустили. Два. Поехали. Попробуем его здесь. Единственное, берем смотра. Интересно, может на кого-то интересного попадем. Здесь он здание выносит, в принципе. Они без прокачек пока что. Махатмы, Фрей. Дамажи затакуют, но они пока не прокачанные. Сейчас мы по Бырику пойдем дальше. Боится, видите, стана. Ну, для этого я взял ворожея там. На PvP локации со слоном. И, конечно, таким героем нереально его пробить. Мало того, что уклонение тут такой дав, что они просто его там по нулям будут бить. А ноль просто проскакивает. Плюс сливаться на отражалки должны. Но они по нем даже не попадают. Но стан, конечно, прикольненько проходит. Что по одному, что по другому. Да, какие-то здесь противники. Жалко, не поменялись. Было бы неплохо, если бы по силе давали. Было бы интереснее.
Ай, обидно, здесь нету в центре дырки. Ну, здесь, по-моему, они его только будут хилить. То есть они ему реально ничего не сделают. Он здесь будет максимум отхиливать с каждого удара. При уклонении. За счет того, что у него стоит священный суд. Видите, в стане, вот стана боится. О, нормально пошла жена. Пофиг вообще все. Они его просто не пробивают. Ну, здесь вот нормально продамажили. Космо попадает. Дальше от хил фуловый сразу же. Стан, вот единственное, видите, у него стан. Ну и, конечно, молчанка. Так, а, у нас здесь смотр уже. У нас убили второго. Не досмотрел я. Тут смотр на фул будет хилить. Но это реально, это старый герой, блин, который просто тупо раньше ничего не мог сделать. Сейчас он реально держится против Фрей, Огника, Космо. Молчанка прошла, по нем начали попадать немножко. Ну а так реально его сложно убить. Вот энергию стрелок забирает. Они тут без прокачек, они по нём так и так не будут попадать. Такс. Забираем награду. 945 кулаков. Такс. Ну давайте еще раз сбегаем сюда, потом забежим еще в... другие локации, еще в ЗБ хочу посмотреть на него, может там кто-то толково попадется, интересно посмотреть. Так, Космо не интересно, хочу топовую какую-то расту интересную. А что мы здесь ищем? Давайте через список забежим, куча топов. Рэнк. Видите, точность есть. Еще смотр зеленый. А, он сразу же блокирует, походит молчанка, в принципе, убивает. Хорошо, попробуем вариант сейчас вместе с Варжейн. Но опять же, раз на раз не приходится. То есть противники разные бывают. Но это реально старенький герой. Это землеройка у нас. Давайте попробуем выпустим. Первого ворожая у Дрейка. Не, все-таки землеройка блокирует. То есть варианта против землеройки, к сожалению, пока особо нет. Единственное, поменять, хотя это все равно не спасет. Меняй, не меняй. Но я думаю, на некоторых растах он реально будет тащить. Вот как это, например. Вместе с ворожаем. В принципе, если попасть в кулдаун, он будет и снимать молчу от землеройки. Но опять же, на это надо
Очень хорошее везение совпадения, но думаю, на следующей битве гильдии мы обязательно их потестируем. Ну а так как добивать и как танк, герой реально очень крутой. Причем из старой школы еще стареньких героев. Здесь, видите, здесь воодушевления нету. Как-то сегодня нам не везет. Хорошие расты с воодушками. Вот здесь есть. Здесь, по-моему, на всех. Попробуем. Ну, тут вряд ли мы так попадем под кулдаун землеройки. Ну, попытаться нужно. Ну, вот, в принципе, видите, более-менее попали. Единственное, их раскинут далеко. Отлично, вообще отлично. Мне это нравится. Сколько ворожей нам дает отхила? 500к. Все, землеройки сказали до свидания. А без землеройки его реально будет сложно убить. Вот такой вот, ребятушки, Дрейк. Сто процентов база разобралась, причем землеройка даже со своей молчанкой не особо спас. Надо еще такую базу с Фрэнком найти. В принципе, мы уже находили. То есть, ну, все, конечно, по-разному зависит от... Давайте попробуем тут закинуть. Зависит от прокачек противника, но в большинстве случаев 80%, думаю, он будет очень полезен. Но Зефир, как видите, с ним справиться не может. Не, все-таки справился. Учили мы молчанку. Вот так вот. Поехали еще в забытой глянем. А, понятно, все. Мы особо много не разгонимся. Вот землеройка, вот где самое плохое, что может быть. Попали сразу же на землеройку. Кстати, вторая, давайте против вторых попробуем. Так вот. Ну, надо уклонение, надо то, тут понятно, тут и дуэлянт сотрю есть. Зефиркой затащил. Дуэлянт против Зефира. Дуэлянт Аваль стоит, судя по всему, или что там, я не знаю, что у него такой бешеный отхил. Или утекание. И все утекание. Зефир его не пробьет. И отражалка. Чарка, обряд лечения. Ну, в общем, бьет он офигенно и хилит себя, то есть он не сливается. Так, интересно, здесь в принципе молчанку так никто не должен дать. Не, все-таки кто-то дает там, скорее всего. Да, там скорее всего за счет таланта его все-таки уносят. Но опять же, это один герой, это старенький герой. Все равно он держится очень круто. Надо будет его потестировать еще. В общем, ребятушки, такой вот герой, такая вот сборка, просили, показал. В большинстве случаев он со старых героев реально смотрится очень круто. Против Зефиров можно пробовать. Конечно, один на один сложно, но в пачке с отхилом он будет нереальным танком.
Пишите комменты, кого вы хотите увидеть еще, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.